Ребенок на рампе, а они режут. Барнаульцы в соцсетях возмутились демонтажу единственной в городе бесплатной уличной скейт-площадки. Спилить ее решили жители дома, во дворе которого и стоял аттракцион. Но оказалось, и у них мнения разделились. Ну, ребятишки вообще-то на ней очень хорошо крутились, вертелись на велосипедах. Единственное, может быть, только что ее немножко подремонтировать, чтобы она получше была, а то частенько падали. Ну, так-то, в принципе, ребятишки занимались, и весело было. Лично у меня ребятишки здесь тоже пользовались этой площадкой, катались и играли. Вот, поэтому лично я как бы не приветствую уборку этой площадки. Они, вы знаете, что тут выделывают? Это ведь тоже можно и голову тут сломать. Здесь кто-то должен присутствовать взрослый и смотреть за ними. Да это не будут там, Вов, почему? Ну, по 10, если, по 12 если вот кружок какой-то есть, гимнастики, там у них тренер, хоккей, футбол, тоже тренер. И здесь должен быть какой-то ответственный человек за это быть, понимаешь? Просто вот... С точки зрения безопасности детей. Да. Главная претензия взрослых – это, конечно, шум. У меня жена больная, во-первых. Да тут ноги, и у меня давленки все. И такой грохот стоял, и шум. Это невозможно. Это по летом, это изо дня в день. С самого утра до позднего вечера. Они не только катаются, они эти и бросают, и камни бросают. Она металлическая была, такой грохот стоит. Некоторые жители все-таки считают, что детям нравилось выполнять здесь свои трюки. И все-таки главный кульбит с помощью этой площадки удалось совершить именно жителям этого дома. Как оказалось, именно они около 8 лет назад были инициаторами создания этой площадки. И основную часть средств выделили им из бюджета города. Теперь сами жители и захотели ее разрушить. Жители рассказали, что решение о демонтаже принимали всем домом. Было собрание в том году и решили этот вопрос, чтобы убрать. То есть большинством собственников решили убрать? Да, да, да. А в управляющей компании сказали нет. К ним поступали жалобы на скейт-площадку только от одной квартиры. И никакого протокола собрания собственников не видели, а значит, снесли ее незаконно. Сейчас ждем ответа с полиции, какая будет правовая оценка с их стороны. Со своей стороны мы как бы не видели ни протокола, ни каких-то ли документов. Просто было какое-то устное обращение там председателя многоквартирного дома. Вообще непонятно, на каких основаниях они делали этот демонтаж. То есть деньги-то по сути как бы не собственников, а федерального бюджета или там муниципального. В управляющей компании, цитата, «спускать вопрос на тормозах не готовы», обратятся еще и в прокуратуру. Противники площадки выступают за то, чтобы ее перенести в Мизюлинскую рощу, а сторонники за то, чтобы ее еще и отремонтировали. Хорошо бы и эти вопросы не спускать на тормозах. Андрей Дриер, Илья Халяпин, «День с толком».